Друзья, всем привет! Выбрался я сегодня на рыбалку на поплопопер. Для ловли я буду использовать удилище фидерное Кондор 2.70. 2.10 у меня была Шимана Катана. Довольно-таки очень неудобно на нее. Вот когда с кувшинок выводишь, постоянно цепляется. Поплопопер у меня стоит версии 400 с чем-то грамма. На следующий сезон попробую купить который 2 с чем-то грамма. По-моему, очень большой, слишком такой при подтяжке хлопок происходит, который может даже больше пугает, чем приманивает рыбу. Крючок небольшой, поводок где-то 25 сантиметров, хотя родной ставил 15. Мне показалось, что при большем поводке приманка как бы медленнее пускается и рыба не так боится подходит. Ну и раскраска черно-оранжевая. Так, обычно цепляю за хвостик, чтобы он шевелился. Но смотрю, люди цепляют за носик. Аккуратненько сейчас. Опарыш крупный, один. Давай. Ну, в принципе, опарыш крупный, поставлю два. Посмотрите, ребята, на этого зверя. Длиной, наверное, сантиметров 5, не больше. Три опарика. Второй заброс, вторая красноперка. Вот. Три опарыша. Без проблем. Надо ставить 4, потому что это жесть. Такая красноперочка красивая. Зверь. Погода радовала. Озеро идеально подходило для ловли красноперки. Сразу после забросов происходили уверенные поклевки, и 5-сантиметровые красавицы, жадностью атаковавшие крупные насадки, оказывались на берегу. Удилище Кондор длиной 2,7 метра четко подошло к данному водоему и справилось со своей задачей. Хотя Шимана Катана длиной 210 сантиметров показался мне намного удобнее и практичнее, но из-за плотно растущих кувшинок вдоль берега был оставлен дома отдыхать. В поисках крупной красноперки было исследовано значительная часть водоема. То ли мелкая красноперая красавица наперебой клевавшая, то ли погода, а может даже и насадка, испортила мои планы на поимку трофея. Увеличение наживки до 5 опариков ни к чему не привело. Со временем подтянулась и мелкая уклея с верховодкой, не способная заглотить даже одного опарика. Быстро передвигающаяся по водной глади поплопопер и в холостую вылетающий из воды намекнул мне, что пора что-то менять. На поплопопер красноперка длиной 7 сантиметров заглатывает до 5 опарышей, с лету сразу бросаешь. Крупной красноперки я так и не нашел. Посоветовал товарищу тоже на поплопопер ставить крупные насадки. Он ставил перловку, ячмень распаренный, зерном. То же самое происходит, говорит, не успеешь забрасывать, все. Поэтому сейчас я прошелся где-то метров 200, места хорошие. Дошло до того, что ставлю два опарыша, и красноперка уже не заглатывает. Настолько маленькая красноперка. Я на 5 опарышей поймал даже одну сантиметра, наверное, 4. Вот такая вот голодная тут красноперка. Сейчас хочу попробовать размотать обычную баллоновскую удочку. Попробовать на поплавок, что будет. Вода от красноперки просто кишит. Также присутствует хищник в большом количестве, потому что много резаной красноперки. Было принято решение размотать баллоновское удилище
Насадку оставил при. На эту идею натолкнуло меня большое разнообразие белой рыбы и то, что с такой обильной кормовой базой ее отсутствие было бы нелогичным.
друзья, порыбачил я на поплапопер. Что-то не прет мне в этом году на крупную особи красноперки. Клевало хорошо, душу отвел, погода прекрасная. Дал баллоновскую удочку, пришел на место, где заканчивал на поплапопер ловить. И просто с каждого заброса красноперина вообще поймал даже уклейку. Тут густерка даже клевала с поверхности. Где-то водоем красноперки теперь. Раньше тут ее столько не было. Скорее всего, ходили электроудочкой. А теперь, после того, как уже никто не ходит, тут кроме щуки и карася ничего не было. А теперь есть и красноперка, и вся белая рыба. Присутствует также большое количество карасика. Слышно, как он объедает с кувшинок тину. Есть и крупная красноперка. Она выпрыгивала за стрекозой. Я пытался в маленьких окошках до зацепления ловить, но ничего не получилось. Кидал в такие маленькие окошечки уже там и цеплял кувшинку. Мелочь, только забрасываешь. Спасибо, друзья, что прогулялись со мной по данному водоему. Всем счастливо. Подписывайтесь на канал. С вами был Романыч. Пока-пока.